всем новичкам ранга хак, сайта ранга хак. Сегодня я вам расскажу, как можно выложить свою тему на ранга хак. Сейчас я вам покажу пример. Этот пример вам будет очень полезен. И то, что я вам покажу, это будет можно делать на кроссваре, на доте, на пейбланке, на варфейсе, на этих всех играх. Ладно, перейдем в общение, чтобы вы видели все. Так, общее, общение, то есть. Вот, тут есть вверху написано создать тему. Здесь еще и внизу создать тему. Выбираем создать тему. Вводим ее название. Вот. В этом поле зрения вы можете ввести там какие-нибудь там слова, там вот это все такое. Потом размер тут, то есть шрифт, размер и вот это. Потом вы выбираете опять то же самое и можете вводить его вот. Уже смайлики можно взять отсюда. Легче. Вот, внизу есть смайли, смайлики. Вот, потом, чтобы скачать, как бы сказать, ну, чтобы выложить то, что вы хотите на сайт, вам нужно смайлы там скачать. Тыкните один раз скачать и вот на вот это окошечко вы нажимаете и вставляете здесь сайт. Вот. И чтобы админ не удалил вашу тему, вам необходимо зайти на VirusTotal. Потом что нам еще домой сейчас вот тут нажмете, вы можете проверить ссылку, нажимаете, вставляете ссылку и проверяете. Вот, например, сайт для заработка. Копировать. Сайт для заработка я вам тоже выложу. Вставляете, проверить. Ждете. Вот. Показатели 0 и 39. 0 это вирусов, 39 это не зараженные файлы. Да. Все, теперь вы можете выкладывать спокойно на ранга хак. Вот. Сейчас я напишу для вас. Так, ну, как сказать, сайт на заработок в интернете я вам скину, и на VirusTotal тоже скину. Все, всем спасибо, пока.